Это блог Черри Тиго ЕК. Вот, задавали вопрос в комментариях. Не дребезжит ли дверь, если приоткрыть стекло, опустить? И когда закрываешь, не дребезжит ли? Вот, ну сразу скажу, что двери здесь в Черри Тиго 2, они легкие. Вот, очень легкие. Почему-то все обзорщики, они делают акцент на тяжелые двери или не тяжелые, или легкие. Почему-то, как будто все любят тяжелые двери. В общем, я не очень понимаю, но может там времени не хватает в качалку сходить, там руки надо подкачать, и вот тяжелая дверь, ее тягаешь и мышцы подкачиваешь. Вот можно сюда, тут карманы есть, камней наложить, вот и двери станут тяжелыми. Вот, давайте попробуем, дребезжит, не дребезжит. Ну, когда стекло закрыто, оно не дребезжит совершенно. То есть все нормально закрывается. Никакого дребезжания я не слышу. И стекла мы практически не опускаем, потому что ну, зимой там печка работает. Ну, всегда работает вот эта климат-система. А летом кондиционер. Ну, то есть опускать... Опускать стекла не приходится. Вот, поэтому никогда не замечал, дребезжит, не дребезжит. Вот сейчас попробуем. Ну, говори. Так, вот я стекло приопустил. Так. Ну, какой-то... Не, ну все там в пределах допустимого, то есть приемлемо. Дребезжаний каких-то не слышу. Ну, водительская дверь вот. Не могу сказать, что тоже там какое-то прям дребезжание слышно. То есть все в пределах допустимого. Ну, какой-то звучок как будто есть, но как бы если об этом не думать, ну, не знать об этом, то и не заметишь. Ну, по крайней мере, на нашей так машине. Да? Не, двери не дребезжат? Двери? Нет, я никогда не слышала, на чем звонят. Ну, не дребезжат у нас, в общем.